Помещение площадью почти 400 квадратных метров сейчас заканчивают ремонт. На месте старых мастерских смонтируют современный центр для проведения демонстрационного экзамена. Здесь будут трактора с плугом и зерновой сеялкой, грузовой автомобиль и различное оборудование для ремонта техники. Будут приезжать из других районов, и непосредственно наши студенты будут сдавать такой демонстрационный экзамен на площадке. А кто его будет оценить? Эксперты, приглашенные эксперты. Линейные эксперты, технические эксперты, главные эксперты. То есть наши мастера проходят обучение, готовятся. Тем временем будущие мастера по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка сельхозпроизводства получают знания в кабинетах, лабораториях и на предприятиях района. Илья Кочулин с детства неравнодушен к технике. Уверен, демонстрационный экзамен сдаст легко, потому что усердно учится. Здесь что-то новое узнаешь для себя? Да. Как устроен трактор? Там разборка, разборка трактора, все такие вот дела. Больше работал в этом направлении? Да. Знаешь где? Знаю. Лобацкий. А вот будущие специалисты сферы общепита, повара-кондитеры, сдавать демо-экзамен будут в центральном отделении техникума, в Ишиме, где уже есть центр для их профессиональной итоговой аттестации. Они смогут готовить разные блюда, от простых до авторских. В данный момент я вижу себя в этой профессии, и я думаю, у меня, в принципе, сложится хорошая профессия, карьера. В Абатском отделении Ишимского многопрофильного техникума 170 человек обучаются по различным направлениям. На протяжении полувека существования местного профучреждения невостребованные специальности исключают, а необходимые на рынке труда добавляют в программу образования. В 90-е годы училище перепрофилировалось, стали готовить поваров-кондитеров. Отрасль сельского хозяйства не стала хватать трактористов, машинистов. Снова возобновляем это производство. Одним словом, очень востребовано нам на селе, и мы продолжаем работать. 19 студентов Абатского отделения в июне этого года сдадут экзамен нового формата и получат дипломы. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.